Так, давай вылазь. Немножко полечим нашего. А там что-то внутри бахнуло. Привет, с тобой Теспи, и это Рассервер. Мы будем играть на Рассервере, и я сказал «мы», потому что я не один, я с подписчиками. Я их позвал поиграть вместе, и где они, ты спросишь, где подписчики, никто не пришел. А на самом деле они есть. Они есть, вон, видишь? И это звук, чтобы они понимали то, что надо идти сюда, да. Вот они идут, они уже рубят лес, замечательно, я буду им сейчас помогать. И да, ребята... Блин, я себе ноги сломал, думаю, тут можно спуститься нормально. Ребята, всем привет, всем здорово. Я думал, будет какое-то эпичное приветствие, но просто всем привет. Там еще кто-то подходит. Наша задача, во-первых, потому что лук очень громкий, мы не будем им пользоваться, потому что он делает минус уши. Так что первое наше правило, это не пользоваться тем, что стреляет стрелами. Луки, арбалеты, мы все это выкидываем. Только огнестрельное оружие, которое мне дал какой-то один человек, который успел скрафтить. Самая главная задача, это построить дом. У кого-нибудь есть идеи для эпичного дома? Мне кто-то сказал, что уже поставили метку на хорошее место для дома. Я тоже подозреваю, какое место для дома может быть хорошим. Из-за того, что у нас очень много, мы можем спокойно занять поляну, где у нас есть сера. Хопа, защищаемся. Ладно, это крайняя необходимость, берите луки, но больше мы им пользоваться не будем. Я не знаю, это так просто, когда у нас такая толпа, так просто играть. Какой-то бедный бедолага, ну не стоило ему по нам стрелять, он сам выбрал свою участь, он сам стрельнул, он сам выбрал умереть. Ох ты, нихера он там налутался, я смотрю. Посмотри, что парень в чат написал, что за табор возле аэр. Там будет около шахты, около... Как раз там будет питаться, можно будет около серы компонента, а чтобы ресурсы, это шахта. Давай, хорошо, погнали. Мы не будем строить дом из дерева. Дерево у нас все пойдет на крафт. Дерево очень важный ресурс, я это очень понял. Дерево очень важно. Весь камень, который мы видим, мы будем добывать. Вот, допустим, этот камень, мы пробегаем, мы его добываем сразу же и забираем, потому что у нас дом должен быть из камня полностью, как минимум, а лучше из металла. Наша задача сейчас это собраться, и чтобы я просто организовал ребят, что кому делать. Кому-то надо будет рубить дерево, потому что дерево это будет все переплавлять. Кто-то будет добывать камни, кто-то будет лутать сферу. А подожди. Где сфера? Она, скорее всего, да. Сфера, там противогаз нужен. У нас, получается, некоторые ребята пошли на аэр, потому что он у нас падает. Я думаю, они смогут его отвоевать. И у нас тут, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и вместе со мной 8. Получается, у нас будет 4 команды по 2 человека. Вместе со мной, пожалуй, пойдет вот этот вот человек, потому что он первый меня встретил на сервере. Так что он со мной пойдет. Адиру. Буду называть тебя Адиру. Ваня и Танк, вы вторая команда. Потом Доктор и Армян тоже в кучку станьте. И Киселев вместе с Оптимистом. Получается, вы первая команда, вы вторая, вы третья, мы четвертая. Первая команда и вторая команда. Ваша задача добывать ресурсы именно с локации. Это ваш приоритет, добывать ресурсы с локации. Третья и четвертая команда, то есть я и Доктор и Армян, мы будем добывать именно камень и дерево. Ваша задача снабдить нас кирками и топорами, чтобы мы добывали быстрее. Вот тут вот мы будем строить дом, это пока что заготовка, но нам нужны ресурсы. Разбегаемся, добываем, встречаемся через 10 минут около костра. Все, всем все распределил, у всех есть задача, мне помогает еще Ваня, который прям шарит в расте, ну, это хорошо. Пока что мы будем добывать камень, потому что нам нужно строить каменный дом. Так, вы нам что-то принесли? Возьми. Это же с аирдропа, нам нужны сейчас топоры и кирки, мы добываем. Топоров и кирок пока что нет. Тогда быстрее иди лутай какие-нибудь такие штуки, где можно добыть топор, а мы пока что поставим хотя бы фундамент для дома. Опа, я серу нашел, замечательно, такие вот зеленые вкрапления, это означает, что это сера. Адиру, смотри, у нас такая проблема. Ни у тебя, ни у меня нет рюкзака, и погнали поищем клосса и сделаем рюкзак. Тварь, а чё ты с нами бегаешь? Или тебе не распределяли по командам? Ну давай тогда с нами будешь в нашей команде. Значит, тут уже все собрано, как видишь, тут уже все, просто все собрали. Я знаю, где еще есть у нас ткань. Я как раз туда и бежал, но ты заметил еще одну вот эту вот полянку. Опа! У нас файт. Возьми. Так. Так, давай вылазь. Угу.
Ё-моё, мы... Как вы... Давай. А, патроны! Патроны, надо его затыкать. У меня патроны кончились. Тыкайте его. Давай. Господи, он сейчас меня попадет, у меня же хп мало. У меня есть шприц, последний шприц, больше шприцов нет. А шприц-то вообще не хилит. Блин, зря я все патроны потратил, надо было наверняка. Давай. Так. Блин, у нас... Не понял, блин. Блин, кит. Старт. А его завалили, все, я еду начал юзать, потому что еда мне восстановит жизни. Рюкзаки у всех есть, замечательно. Значит, погнали, все, погнали снова к камням, там, где мы добывали. Ну, смотри, у нас же добывают, красава. Оставь себе кирку, оставь, не надо. Если у тебя лишнее будет, то давай, но не надо свое последнее отдавать. Все, возвращаемся в дом. Я, конечно, не забился полностью, потому что у нас вообще был файт. Мы встретились с чуваком, который нас чуть не убил, но у меня просто патронов не было. Ой, ребята уже строят дом, замечательно. Очень круто то, что не берут инициативу на себя. Во-первых, у нас есть креативные строители тут, которые прямо знают, как красиво дом построить. Да, вот я могу хорошо построить квадрат. Пока что я вижу мега креативный дом. Это квадрат. А это не я, я сейчас тут из металла вам такое построю. Короче, мы сейчас ходили в город ученых, там за 2000 опыта продается C4. Там противогаз продается и так далее. Их надо купить, чтобы изучить. Угу. Нам нужны ящики, во-первых, чтобы сложить лут. Так что, строители наши, займитесь еще ящиками. У вас дерево, камень есть, так что можете спокойно сделать. Все, погнали, нам идти сейчас в порт. Порт большой, так что залутаем. Ты сейчас смотришь такой ролик, скажи мне, как тебе вот то, что я играю с подписчиками, тебе, ну, может, ты хочешь поучаствовать. Если будут такие ролики заходить, то я с удовольствием буду продолжать, тем более я вижу то, что вполне себе ребята адекватно реагируют, адекватные ребята, которые слушаются, которые, ну, понимают все. На самом деле я как-то это по-другому представлял, то, что это будет немножко более неадекватнее, но прям все идеально. Я не знаю, я даже на такой, ну, даже прям в самом хорошем варианте на такой не рассчитывал, но я очень рад, что аудитория становится все лучше и лучше. Ну, прям сейчас вообще, я не знаю, прям кайф. Там еще за портом есть два острова, и на этих двух островах еще, возможно, что-то можно залутать. Блин, они уже все добыли, я просто вау, они все добыли, господи. Ну я тогда пойду на острова, посмотрю, что на островах тоже должно быть что-то годное. Плывем на остров, пока что я один. Возможно, даже это и хорошо, то, что я один поплыл, потому что мне больше достанется, и я смогу скрафтить то, что я хочу. На острове клановый дом. Так, аирдроп у нас, получается, парни забирают, это окей. На самом деле, я бы тоже хотел изгонять на аирдроп. Тут почему-то на этом острове вообще ничего нет. Я как-то расстроен. Я думал, что на этом острове будет какой-то контент, а тут просто клан. Но, с другой стороны, не зря сплавали, потому что тут есть клан. Я думал, что тут можно добыть какие-то ресурсы, а тут, оказывается, ни черта нет. Очень хорошо то, что мы распределили свои силы, то, что некоторые добывают то, некоторые то. Мы вообще исследователи были, можно сказать, просто нашли этот дом. На самом деле, этот дом очень сливается с горкой. Я вообще даже не подумал, что это дом сразу, потому что, ну, смотри, там горки, и они по цвету такие же, как и дом. И казалось то, что это тоже горка, когда приглядываешься, видишь, что это дом, действительно. Пойдем на вторую заправку, попробуем ее утонуть, я надеюсь, хоть там мы что-то добудем. Нам сейчас надо добыть штуки, из которых можно будет сделать железную кирку и железный топор. Нас так много, что этот сервер просто не может прокормить нас в плане ресурсов, мы не можем все себе сделать нормальную броню или что-то такое, потому что мы все добыли и добывать уже нечего. Вот ресурсов реально не хватает как-то, мы просто как пылесосы все сбриваем, приходим, и там ничего уже больше нет. Можно в город ученых еще зайти, чтобы сами посмотреть, что-то можно купить, что-то можно продать, может, можно что-то продать еще. Так, вот она, заправка, да, я так и знал, то, что она будет нетронутая, куча ресурсов, замечательно, огромная кипа. Ну как куча ресурсов, ну это по сравнению с тем, что мы видели, то, что все в пустоши, просто ничего не подобрать, это куча ресурсов. Что у нас еще, а, кстати, раньше тут заправка не была прорисована, но теперь все окей с ней, это хорошо. Топливо тоже собираем, потому что топливо, оно для огнемета как минимум надо. Все, идем дальше, тут мы все добыли, просто зачистили, хорошо. Когда ты бегаешь один, ты просто перед тобой огромное количество, то, что ты можешь залутать, но когда вас много, ты уже радуешься всему, даже маленькому, тому, что находишь. О, еще домишки. Мы нашли еще дома, но такие слабенькие. Все, погнали, посмотрим, что у нас, собственно, в городе ученых, что можем там купить, что продать. Чилзон. Чилим тут.
Вот он, NPC-шник, здорово. Привет, поторгуем. Так, он кактусы покупает за 10, эти грибы. Сишка 2000, противогаз 500. Фильтр 2 косаря стоит, 4 экскоуп 200. Ну, я тоже не понимаю логику. Можно купить все 4 противогаза вместо одного фильтра. О-о-о, так это из железа вроде бы. Еще один клановый дом? Где? Да, там вон. Его еще достраивают, видно то, что его достраивают. А, тут дверь открыли, смотри. Опа, нихера у нас уже так построили. Там еще и второй какой-то железный отдельный дом построили. Но это красивее, конечно. Железный, конечно, красиво выглядит. По сравнению с нашим просто. Но зато, господи, трехэтажный уже. У нас новый завоз ресурсов. Значит, такая тема. Нам нужна лутовая комната, где мы поставим много ящиков. Как бы то, что вот так вот один ящик, это не круто. Тут надо вот один на один ящик ставить, прям красиво. И очень важно распределять ресурсы, чтобы не путаться в них. В один ящик там одно, в другой ящик другое. В третий ящик камень, в четвертый дерево. В пятый там только скрап. И в шестой там и так далее, чтобы не путаться, чтобы все понимали, что куда. Ну вот доктор строит. Окей, доктор, я тебе скидываю камень. Получается, для ящиков первое, что нам надо, это дерево. Второе, это камень. Камень у нас как бы есть, дерево у нас тоже есть. Так, давай мы сделаем это в ящике. Давай пока что будем ставить... Господи, я испугался. Давай пока что поставим ящики где-нибудь, где, ну, закрыто. Вот давай вот тут вот поставим пока что. Просто потом, если что, перенесем. Погнали в зимний биом, будем рубить дерево и добывать серу. Добываем серу, сера нам нужна очень сильно в больших количествах. Мы пока что на аирдроп сбегаем. Мы сейчас туда пойдем. Так мы тоже хотим. Вы ж бегали, мы не бегали ни разу. Так, у меня получается МП-5, 11 патронов. И вот эта вот пушка, 12 патронов. А уже 11 почему-то, почему? Странно. Все, теперь аккуратно надо быть, потому что вот мы уже прибежали на мост. Все, я вот тут вот буду тусовать. По-моему, просто замечательное место, чтобы немножко посидеть. Аирдроп сброшен. Так, и что? Что-то упало, я увидел, что это было. А, вот как он падает, нихера себе. Я не могу ящик открыть. А, все. Так, вот еще кому-нибудь пушка, у кого нету. У меня еще магазин для моей пушки есть. Я уж думаю, тут файт будет, но никто не прибежал. Я очень удивлен. Слышь, прикройте меня, короче. Я переработаю. Это перерабатывать? Давайте я скину тоже переработать. Вау, прикольно, 40 опыт. Блин, это прикольно, это релит. Вау, это что за контент такой? Если у них нет шкафа, то можно к ним подстроиться, в принципе. Там будет буферка из дверей, там тоже буферка из дверей. Это уже видно. Я антирейд дом пошел. Вот тут у них лут находится, даже костер уже есть. Там уже все понятно просто. Хорош. Так, ну что, нам надо рейдить. Нам нужно рейдить этот дом. Угу. Все, хорошо, мы разобрались то, что в эту... Блин, замечательно. Значит, давайте мы сейчас переработаем весь порох в C4, сколько у нас получится. У нас есть C4. Доктор, ты сможешь изучить C4 и сделать C4? Нужно много скрапа. Скрап есть, скрапа много есть. Вот сюда, на верхнем этаже, доктор. Тебе хватит, доктор? Блин, мне так интересно. Док, сколько тебе еще скрапа надо? Все, деревья мы порубили, ну, собственно, нам этого хватит, но, блин, у нас проблема в том, то, что у нас не хватает скрапа, блин. Вот раньше с этой проблемой не сталкивался, то, что надо изучать. Ух ты, нихера! Вот это да! Вот это красота! Вот это он, конечно, сделал. Вау, вот это домина! Просто красиво. Это очень крутой дом. Вау, тут прям балкончик есть. Это реально очень красивый дом, это прям респект. Блин, может быть, даже стоит сюда переехать. Как бы, блин, мне этот дом гораздо больше нравится, чем обычный такой дефолтный. Но обычный дефолт, он более надежный, потому что он обычный дефолтный, и ты знаешь, сколько он выдержит. А тут тебе могут бабахнуть нужное место, и все. Но с другой стороны, это полностью железный дом, можно сказать. Я попросил ребят помочь добыть скрап, а мы пока что отправимся за серой в зимний биом, потому что никто туда не ходит, а сера, получается, на халяву простаивает. Ее надо добывать обязательно. Армяну респект, он сейчас один пойдет добывать серу, пока мы пойдем на аирдроп, потому что он скинется в аэропорту. Нам сейчас скрап очень нужен.
Сачель выпал? Ух ты, нихера. Охренеть, тут везде эти перерабатывальщики. Это очень хорошо. У нас аэродроп будет сброшен уже через одну минуту. Я занимаю вышку, потому что вышка — это очень стратегическая позиция. Вдруг кто-нибудь придет. И на вышке, кстати, ресурсы есть. Так, вот эта вот штука 10 скрапметалла дает. Это скрапметалла нам очень нужен, эти скрапы, потому что надо будет все перерабатывать. Все, аэродроп сброшен. Я не вижу, чтобы падали ящики, но они должны падать, потому что там просто взяли, появились какие-то ящики, которые падали с парашютами. Раньше такого не было. Опа, вот они. Вот они. Так, значит, погнали. Погнали, я тоже хочу полутаться, я никого не вижу рядом. Так, опа, ЛР-ку я забрал. Так, у тебя болтовка, у меня ЛР-ка. Так, вот, наконец-то. Наконец-то тут где-то можно переработать. Вот, расплавить. Это 60 скрапов, плюс у меня есть 70. Хорошо. Вот еще можно всякое переплавить. Почему бы нет, потому что это скрапы. Док, я нафармил 90 скрапа. Может, ты добыл? Может, тебе хватит? Я не знаю. Еще 200 нужно, не считая того, что я принес. Окей, я свожу в ящик тогда, в тот, где скрап весь хранится. Это очень клевый домик. Там еще наверху чердак прикольный. Да, да. О, молодец. Ты тут поставил еще. Блин, ты еще его. Охренеть, ты вообще молодец. Ты один его строил, что ли? Просто я. Я его в одиночку все строил. Офигеть. Блин, смотрите, у нас там новичок. Спрыгнув с крыши, он все это время у нас на доме был. Нет, ты его убил, за что? Чувак, ну ты все равно попал в видео, так что не расстраивайся. Прошло время, не знаю чего, но мне стало не очень хорошо. Я сказал ребятам, что чутка отдохну. И они остались добывать, за что им отдельное спасибо за понимание. Спустя час я зашел, уже было все. Все ок, и мы продолжили играть. За это время они нафармили нужное количество компонентов, и у нас получилось несколько C4. И вместе с C4 и бобовками мы отправились рейдить, и играли мы минимум 4 часа, это просто вау. Нам вот, вот прям сюда, ого, вы тут уже построили, нихера. Со стенки, мы уже смотрели этот дом, надо в эту стенку бахать, вот прям сюда. Вот эту стенку, да? Да-да-да, все, бахай. Ух ты. Немножко полечим нашего. А, там что-то внутри бахнуло. Так, это хорошо, это очень хорошо. Но тут много бобовок надо. Так, у нас тварь не теряет времени, рубит деревья. Так, о, хорошо, что у нас тут? Ну, надо признать, у нас Ваня угадал, куда надо бахать. Есть еще 3 сишки нормально. Да, там есть 2 кибитки, есть одна из металла и есть одна из камня, они 2 рядом. Все, бахаем, все, пошла, первая. Отошел вода, о, хорошо. Да, да, он не поставил дверь. Ой, о! Калаш. Что в ящиках? Немножко пороха, 2 пистолета, кирка и патроны для болта. Ну, закидывай. Я говорил, что там одна дверь. Да? Ну, я всегда ставлю 2 двери. А вот тут 2, смотри. Тут 2. Вот парень постарался тут, там вообще забил. Построил железный дом, поставил 1 дверь. Хопа. Ну, это полезно, это как бы пригодится нам сейчас, чтобы дальше развиваться. Но, конечно, это не окуп в этот дом. В тот дом был окуп с одной сишкой. Давайте прощаться, мы очень долго играли. Это самые стойкие остались, кто прям остался. Спасибо за просмотр. Если хотите видеть еще больше таких видео, то обязательно ставьте лайк. Чем больше лайков, тем, ну, я увижу то, что стоит так играть. Ребята, попрощайтесь. Пока. Все, всем пока и до скорых встреч.